Эво Отче, и вот Эво Отче, Крементер Фарауде, враг делает великое зло на земле Украины, аминь. И новые планы строятся для того, чтобы Клаудефа еще более сильнее оружие было выпущено Клауде на землю Украины, Клаудефа. Но Господь говорит Эво Отче, что я пошлю ангела, и он сокрушит Эво Отче эту мысль Клауде зла, которая находится в России, и я остановлю Клауде и произведу великие перемены, и обращу Эво Отче, Клаудефа, дух России, обращу безумие Клауде Лайде и великую немощь и страх, и эти, которые пришли сегодня, Клауде Лайде, под видом света, будут убегать Клауде Лайде, и вот я ныне укрепляю народ Украины, и даже тех, которые не знают меня, но стоят и защищают матерей, Эво Отче, сыновей, защищают отцов, защищают детей, Клауде Лайде, я укреплю, я дам великую милость, и я дам победу, аминь, о кровь завета Клауде, и обращу весь мир, и каждого президента страны, дабы помогали, всем, что есть, оружием Клауде Лайде, финансами Клауде Лайде, одежду, питанием, аминь, и даже живые силы придут к нам на Алфарауде защищать Украину. Не бойся, народ Украины, я с тобой, ибо есть здесь праведники, которые молятся, плачут и рыдают того еще, и просят, дабы я вступился, и я вступлю ради них, а вообще не ради беззаконных, а ради них, что они живут на этой земле, ибо дали им, а вообще жизнь здесь существовать, имя мое прославлять и проповедовать Евангелие ради них. Я вступлюсь, защищу и соделаю, а вообще победу Клауде Лайде, и уже укрепляю, и уже обращаю, а вообще Клауде Лайде врага, а фарайзе Клауде Лайде, чтобы не убегали, чтобы не все бросали, ибо пойдет впереди великий ужас, пойдет впереди великое поражение, и это будет не от руки человека, но это будет от Бога Всемогущего, который сегодня вообще возревновал, ибо чаши наполнились, и выливается гнев на всякое зло, и милость на всякое добро, аминь. О, сила неба Клауде, и потому не бойся, народ мой, ибо я буду поборать за тебя и укреплять тебя, аминь. О, сила неба, о, сила крови, о, сила Господа, и ныне сила сливается, и сошли ангелы мои, и будет поддержка, и будет укрепление, аминь. И не бойся, и не страшись врага, ибо тот, кто тебя сильнее того, кто в мире Клауден Лайде, и сокрушу, и остановлю белорусов, и сокрушу, сокрушу нечестие Кадырова, сокрушу, и подымав очи чеченцев, дабы они увидели в очи Бога истинного, которого имя Иисус Христос, чтобы они восстали, ибо много крови пролила эта душа, беззаконие Клауде, ибо это есть нечестие, беззаконие твоей страны. Я хочу, чтобы ты мирно жил и существовал и развивался на своей земле, которую дал, и не выходил за пределы ее, и не делал зло другим народам и племенам. О, сила неба, укреплю президента Украины Зеленского и даю ему силу, и даю ему благословение. Не страшись, Отче, сына Авраама Исаака Якова, не страшись, ибо рука моя положена, и милость моя укрепить тебя, аллилуйя. Потому, Клауде, держись смело, смотри, Отче, в небо, проси Бога силы мудрости, ибо победа будет за Украиной, и я иду, чтобы благословить, чтобы освободить и укрепить, а Отче, и за кровь пролитую, Клауде, будет возмездие 100 крат со стороны России, которая сегодня соделала много зла, соделала много беззакония, и далее дышит злобою, да будет имя Бога прославлено, и народ Украины, он благословит имя Бога, потому что Бог идет и вступается, и познает живого Бога, не на картине, но Бога Духа Животворящего и Слова Вечного, которое сегодня открывается через раба, через пророков, которые возвещают его правду и истину, так говорит Дух Святой, так возвещает небо, так говорит пророк Бог.